В начале сентября жители Сергиева Посада вновь увидят шоу «Русская опера у стен монастыря». Проект существует уже 6 лет. В ходе фестиваля оперные артисты с живым оркестром исполняют классические постановки русских композиторов под открытым небом. В прошлом году у стен Троицы Сергиевой Лавры театр «Геликон Опера» показал спектакль «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Бертмана.